Приветствую всех ценителей ножевой тематики. Хочу сделать короткое видео и поделиться некоторыми наблюдениями и мыслями по поводу заточки на приспособление от фирмы Spyderco, на Spyderco Triangle. Я думаю, будет полезно даже тем людям, кто уже давно пользуется этой системой. Для себя я недавно обнаружил некоторую особенность. То есть не то, что я раньше этого не замечал, но качеством, скажем так, заправки не всегда был удовлетворен. То есть выдержать один и тот же угол довольно сложно. Я для себя решил прибегнуть к такому вот простому методу. Взял вот такой вот, это капсула от строительного уровня, которая крепится к ножу на двусторонней клейкой ленте. Лента очень клейкая, и эта капсула довольно уверенно в ней сидит. В чем смысл? Смысл в том, чтобы, как и любая какая-то простая операция, скажем так, довести ее до более-менее какого-то совершенства. То есть, прикрепив эту капсулу к ножу, мы можем довольно четко видеть отклонения в процессе нашей работы от заданного уровня. И, соответственно, поправлять. И что я хотел сказать, наблюдение. После 2-3, в зависимости у кого как, ножей, на мой взгляд, приобретается мышечная память, при которой это приспособление можно удалить и работать уже более качественно. Вот такое вот короткое видео. Надеюсь, было кому-то интересно. Все, пока.